Всем привет, с вами Вивиля Клауд, и мы находимся на выставке «Русский Vape 3», где мы в очередной раз совершаем набеги на зарубежные компании. И мы не могли пройти мимо компании AugVape, которая немного привносит свое видение в формат маленьких бокс-модов, а именно речь пойдет о Zoom 60. Формат мини-бокса, который многие из вас уже знают, видели и у нас в обзоре. Тут немножечко по-другому. Он, во-первых, еще меньше, но при этом немного так по увесистее. То есть в руке ощущается интересно. Очень мягенькая кнопочка, и она была перенесена, ну, в отличие от мини-вольта, с боковой части на, соответственно, фронтальную. Вот. То есть, ну, держать в руке, в принципе, удобненько. Надо немного привыкнуть, но у меня еще и руки как бы не маленькие. Вот, регулировка от 1 до 60 ватт. Поставляется он также в комплекте, то есть это не просто бокс-мод, это целый кит-набор, то есть с ним идет бачок с сменной базой, бачок на 2 мл, поддерживает он сопротивление от 0,08, то есть как бы в принципе сабонные бакеты сюда тоже можно будет одеть и без проблем их использовать. Вот. В чем еще прикольчики от этой компании? Во-первых, он еще выпускается в интересных цветах, то есть это кроме банального белого и черного, это также еще полюбившийся многим Tiffany. Вот, ну, девушки оценят. Помимо этого, также RTI-вариант муншота, то есть тоже можно обслуживать, регулируемый обдув, базочка компактненькая, вкусненько должно быть, поэтому проверим уже в обзоре. Ну и также дрипулечка компактненькая, явно видно, что вкусовая, обдув очень маленький, более сигаретный. Вот, ну и как бы 510-й дриптип. База напоминает Twisted Masses, но при этом с нижним обдувом. То есть варианты обдува очень напоминают либо мутацию, либо Кеннеди. Ну, вы знаете лучше. Шестигранные винтики, которые могут очень быстро умереть, судя по всему. Вот, внутри нету сферической обработки. То есть, ну, посмотрим, насколько оно может быть вкусовым и какой у него потенциал. В принципе, тут есть еще намек на поворот. Не знаю, насколько это влияет на обдув. Но, ну, возможно, он чуть-чуть меняется. Вот. Все эти продукты в ближайшее время появятся у всех крупнейших вейп-шопов Москвы. Мы, соответственно, их протестируем, вам обо всем расскажем. Поэтому следите за нами, читайте нас, оставайтесь с нами. С вами были Вивиля Клауд.